Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие мои друзья, сегодня вот только сейчас приехала, зашла домой и хочу поделиться с вами. Ездила на дачу, до дачи там не доехала, потому что дорога ну просто ледяная в некоторых местах и нет смысла, я подумала, что нет смысла дальше ехать. Развернулась и поехала в фикс-прайс. И что я там купила, дорогие мои друзья? А все для любимой дачи, для наших любимых растений, для нашего огорода. Ну, во-первых, это, конечно же, я купила, увидела вот такой биогумус от фирмы Флоризель. Мне, кстати, он такой еще не открывала. Этот биогумус подходит для рассады. Органическое удобрение. Написано, что очень крепкая рассада. 350 миллилитров. 230 литров получается питательного раствора. Высокоэффективное удобрение из экстрата биогумуса. Очень удобная упаковка. И вы знаете, вот такого биогумуса хватает очень-очень надолго, практически на весь сезон. Поэтому вот можно даже еще подкупить одну пачечку, чтобы использовать и для кустарников, и для овощных культур на начальных стадиях развития. Это все, значит, будет повышать устойчивость к грибковым заболеваниям и вредителям. Этот биогумус повышает схожесть семян, улучшает приживаемость рассады, формирует крепкую и здоровую корневую систему, повышает устойчивость к грибковым заболеваниям. Вот. Аннотация, как тут применять, все написано, дорогие друзья, в понятной, доступной форме. Мой любимый цветок вот прям просто склонился, и все сюда. Я уже и так и сяк его отворачиваю. А он все сюда у меня клонится. Красивый, правда же? Просто замечательная пеларгония. Итак, сейчас я немножечко его вот так вот сюда. И чтобы вы любовались, я вам буду рассказывать. Далее, дорогие друзья, это же, конечно, я купила такие вот мини-пачечки удобрений, но все они очень-очень хорошие. Потому что некоторыми я уже пользовалась ранее. Это вот такой фертикалюкс. Она немножко в другой вот упаковочке. Мне, кстати, эта упаковка очень нравится. И здесь вот сразу видно, что очень такой миленький порошок. Водорастворимое удобрение. Очень приятно. Взял, развел 20 тут грамм. 20 грамм. Как для наших, вот сейчас для подкормка для наших растишек, для нашей рассады. И также для комнатных цветов это тоже очень хорошо подойдет. И вот сейчас уже в мае тоже такое удобрение пригодится. Вот 20 грамм раз развел на большое количество воды и прекрасно. Мучиться не надо, уже здесь дозировка полная. Содержит очень много микроэлементов, дорогие мои друзья. Очень хороший тут состав. Написано полностью рекомендация по применению. Даже рассказано, сколько в столовой ложке содержится грамм. И вот одна столовая ложка – это как раз 20 грамм в 10 литров воды. Написано, как применять для овощей, как применять для комнатных цветов и для рассады, дорогие друзья. Мне очень нравится такое удобрение. Стоит недорого. У нас оно стоит 30 с чем-то рублей. Я даже уже и не помню. Вот. Рядом вот было вот такое удобрение,
тоже от фертики, именно для рассады. Друзья, посмотрите, удобрение листовое, то есть для опрыскивания по листу. Для открытого грунта можно и для теплиц. Содержит макро-микроэлементы в сбалансированной форме. Соотношение очень тут хорошее. Это 15-30-15 и еще плюс микроэлементы. Двойной магний тут в этом составе. Улучшает качество плодов, овощей, декоративных культур. Повышает урожайность. Очень удобная упаковка. Мне так очень даже и понравился. 15 грамм тут всего. Ну, я думаю, что вот сейчас это удобрение, раньше это удобрение было в диковинку, теперь везде, везде это замечательное удобрение. Очень хорошее, доступное и эффективное. Далее, друзья, вот купила на пробу вот такой вот, вот такую штучку, вот такую пирамидку для заправки рассадных грунтов. А вот здесь на 50 литров грунта. Завтра мне привезут грунт, по крайней мере, обещали, как раз 50 литров. И вот половинку, значит, здесь вот написано, что 10 грамм на 10 литров грунта. Хорошо перемешать. Тут написано, что обеспечивает полный сбалансированный набор основных питательных макро- и микроэлементов, необходимых для выращивания здоровой рассады, овощных и цветочно-декоративных культур. Также подходит для горшечных растений. Стоит недорого, я даже уже и не помню. Но вот взяла органоминеральное удобрение. Вот, вот такая штучка. Такая штучка. Ой, цветочек, посторонись маленько. Такая штучка. Также, друзья, я обязательно купила своего любимого эпина. Эпин быстро там расходится. Взяла пока 3 упаковочки. Я думаю, на первое время мне хватит для своей рассады, и думаю, даже и останется. Также вот купила, смотрите, вот такой вот, мне очень, кстати, нравится, вот такой здравень турбо, 15 грамм тут, на 10 литров воды разводишь. Очень хорошее тоже удобрение для рассады. Его можно использовать вот как для сейчас, вот в это время для рассады. Ускоряет развитие рассады, улучшает приживаемость рассады при высадке, повышает устойчивость к болезням, помогает развитию корневой системы. Вот, вот такой здравень. Ну, здравень вообще, вот как бы сама фирма мне очень даже нравится, дорогие друзья. Ну, взяла одну пачечку. Коренник. Еще прикупила коренник, потому что, опробовав его, мне очень понравилось, как быстро начинает развиваться корневая система. Это от октябрины апрельной. Вообще мне эта фирма очень даже нравится. Улучшение приживаемости растений после пересадки. Стимуляция роста корней у рассады и луковиц, усиливает ростовые процессы. Вот это вот 5 грамм на 100 растений. Друзья, его вот можно, здесь аннотация полностью, рекомендация дана. Это относится серия к регуляторам и стимуляторам роста растений, био для рассады. Максимальная эффективность. И, в общем-то, я уже опробовала, я вам показывала свою рассаду. После полива вот перчики просто сразу распустили свои корни. Хорошо, что вот прозрачные горшочки, и все очень-очень хорошо видно.
как корневая система развивается. Далее, дорогие друзья, я, конечно же, купила вот такой пучвобрикет. Сейчас они у нас по 99 рублей, ну, недорого, скажем так. Я еще ни разу не пробовала, и по отзывам своих коллег-блогеров решила все-таки попробовать. Сегодня мне нужно срочно посеять астру, и поэтому я вот купила такой пучвобрикет. Попробую сейчас его замочить. Здесь показывают, что 60% верховой торф, переходный торф 35% и 5% эвермикулит. А самое главное, дорогие друзья, что здесь есть НПК, стартовый запас питания, и этот торф термически обеззаражен. Вот. То есть я сейчас вот замочу его водой, и получится такой вот почва-грунт. От фирмы Биомастер. Итак, дорогие друзья, ну тут на задней стороне можно все будет почитать. Друзья, не обращайте внимания, здесь на беспорядок на столе. Это у меня рабочий стол. Здесь я и рассаду высаживаю, и растишками своими занимаюсь. Так что рабочая обстановка, скажем так. Дальше. Очень мне понравилось, что в фикс-прайсе можно приобрести и недорого хлоргексидин и перекись водорода. Очень хорошо, как бы вот я для дачи обязательно всегда пополняю свою аптечку. В первую очередь должен быть. У меня был несчастный случай в том году. Значит, я очень сильно поранила, прорвала, скажем, ногу, вот, упала и повредила ногу. И вот хорошо, что у меня была перекись водорода на даче. Да, пока скорая ехала, я уже успела обеззаразить свою рану. В общем-то, и призываю всех иметь на даче обязательно перекись водорода и хлоргексидин. Это обеззараживающие средства, как скорая помощь, скажем так. Но и, дорогие друзья, это, конечно же, помогает нам служит как обеззараживающее средство. Кстати, подходит также и для семян. И как вот перекись водорода можно использовать как, скажем, энерген, особый энерген для прорастания семян. Уже все знают, что при попадании перекиси водорода вот в такую среду происходит реакция, происходит выброс атомарного кислорода, тем самым семена намного быстрее прорастают, дорогие друзья. Еще, дорогие мои друзья, так что обязательно. Там, кстати, кроме вот этих средств, да, и на шатырь я видела, обязательно потом прикуплю, уже поближе, когда поеду на дачу, обязательно это сделаю. Еще, друзья, смотрите. У меня была брызгалка. Сейчас я вам покажу ранее. Ой, так. Вот такая. Она не выдержала. Эта брызгалка сломалась. Сломался пульверизатор. И мне надо было срочно купить вот такой пульверизатор. В фикс-прайсе я не увидела вот такого. Я хотела купить вот такой же, да, но не увидела. И знаете, вот увидела вот такой, у девочек спросила, они говорят, а вот такой есть. Ну, они-то думали, что это для парикмахерской, для волос. Слушайте, как мне понравился этот пульверизатор. Объем небольшой, но это ничего страшного, добавляю все. Он уже с помпой идет, с помпой. И вот смотрите, у него струя получается просто как вот, смотрите,
струя просто вот как туман. А мне это и надо было. Туман вот для опрыскивания моих растишек, моей рассады. А вот этот пульверизатор, который раньше был, он, более грубо опрыскивает. А здесь туман получается такой профессиональный, скажем, туман. И вот добавляя немного эпина, я уже вам говорила, что я опрыскиваю свои растишки. Эпина, дорогие мои друзья, я развожу вот по инструкции. И вы мне задаете вопросы. Дорогие друзья, на пачечке с другой стороны есть табличка, и там все написано. Чтобы правильно развести, пожалуйста, прочитайте вот здесь инструкцию. Мне задавали вопросы, и я вам отвечаю, что вот разводите по, значит, вот этой вот рекомендации производителя, как нужно использовать эпин для рассады. Тут все в доступной форме написано, дорогие друзья. Значит, дальше сразу хочу еще ответить на вопросы, не касающиеся темы фикс-прайса. Кстати, там очень много товаров для дачи, очень много можно всего купить, но я шла сегодня целенаправленно. Мне нужно было вот купить вот этот грунт, вот этот опрыскиватель нужно купить было, и дезинфицирующие средства. И вот заодно я, конечно, купила минеральные, значит, удобрения в таких небольших упаковочках. Дорогие мои друзья, вы задаете мне вопросы разного характера и очень часто задаете вопрос про мою новую печь. Конечно, ей уже практически 2 года. Я ее купила в 2021 году, да. Печь замечательно печет, замечательно работает. И я уже, по-моему, как готовила на этой печи, неоднократно вам показывала. А вот выпечка равномерная. Очень мне нравится моя печь. И совсем скоро я буду стряпать. И вот к Пасхе, и до Пасхи буду стряпать, готовить какие-нибудь блюда. И обязательно вам скажу. Дорогие друзья, кто-то спрашивал, есть ли у меня вертел в печи. У меня вертела нет, но функция там такая есть. Но мне он не нужен. Заморачиваться с вертелом я не хотела, потому что прекрасно курица получается в духовке, вот в такой антипригарной форме или в другой какой-либо форме. В стеклянной форме курица прекрасно. Там есть такая функция, что с двух сторон воздухом, значит, как это, вентилятор работает, и вот запекание происходит очень-очень равномерно. Поэтому моя печь меня устраивает, прекрасно работает и радует меня на протяжении этих практически уже 2 лет, дорогие друзья. Вот осенью будет уже 2 года, как будет у меня эта моя печь. Вот, про печь я сказала, еще мне задавали вопросы про мой рецепт супа с луком пари. Дорогие мои друзья, я бы, конечно, с удовольствием бы приготовила вам этот суп еще раз, но я весь уже лук пари съела, и нечего мне сейчас его готовить. Вот. Хотя, кроме этого супа, очень вкусные, полезные супы в разделе плейлисты, там есть такой плейлист, пожалуйста, и в том числе суп с луком пари, пожалуйста, можете открыть плейлист и найти
Дорогие друзья, все там названия понятно расписаны. Не составит вам труда открыть плейлист. Зайдите во вкладку «Плейлисты», найдите «Супы» плейлист, и все вы увидите. Очень там полезный суп с красной чечевицей. Как я готовлю щи домашние, очень получаются наваристые, вкусные, так как меня учила моя мама. Так что и ее учила моя бабушка эти рецепты из прошлого, дорогие друзья, из далекого-далекого прошлого. Очень вкусные супы, наваристые, вкусные, густые получаются. Я люблю более такие густые супы. Ну вот, по-моему, я ответила на все вопросы. Значит, еще раз про ИПИН экстра. Дорогие друзья, разводите, пожалуйста, так, как рекомендует производитель на упаковке. Я, бывает, чуть-чуть делаю перебор, добавляю чуть-чуть побольше, ну, капнулось больше, ничего страшного. Вот. И уже как мой, значит, глаз-алмаз увидел, что ничего страшного не происходит, если я на одну капельку переборщу. Вот. Ну, вот такое сегодня, дорогие друзья, видео. Я думаю, что я ответила на ваши вопросы. Все ваши комментарии, конечно, дорогие друзья, я читаю. Отвечать мне бывает некогда, вы уже меня простите, извините. Сейчас, во-первых, видео отнимает очень много времени. Вы не думаете, что видео – это все так просто. На самом деле видео отнимает очень много времени. Во-первых, его нужно создать, потом загрузить, потом самой просмотреть и тому подобное. И те, кто блогеры, меня прекрасно понимают. Поймите и вы нас. Поэтому хлопот очень много. И я стараюсь, конечно, отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. И, скорее всего, на ваши вопросы я буду отвечать в видео. Это очень-очень удобно. Итак, мои дорогие, любимые друзья, на этом я заканчиваю свое видео. Сейчас буду готовить почвобрикет, размачивать и готовить почву для посева астры хризантеллы. И буду снимать видео для вас. На этом я заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. До скорых встреч, мои дорогие друзья.